Всем привет! Сегодня хотим показать вам небольшое обновление нашего ассортимента. Вот такая вот штука. Как вы думаете? Похоже это на шаговый мотор 42 мм. Смотрите, очень маленькая вещь. Нам очень не хватало такого сервопривода, когда мы проектировали поворотное устройство. Потому что шаговые двигатели все-таки на больших оборотах начинают сильно терять момент. А там редукторы с большим передаточным отношением. В общем, долго мы голову ломали, искали. И вот такой вот сервопривод стал решением наших проблем. Вращается он, как и большинство его собратьев, скоростями до 3000 оборотов. Полетели. Прекрасная скорость. Вот, момент тоже дает дорогу. То есть, ну, приходится... Ай! Могу его остановить, но приходится прикладывать существенные усилия. Шаговый двигатель, на него достаточно чихнуть, чтобы он на таких оборотах остановился. При этом сервопривод низковольтный, если вдруг у вас там требуются какие-то от заказчика, может быть, там ограничения по вольтажу, он работает от 24 вольт до 48, в зависимости от того, ну, будет работать на всем диапазоне. Кроме этого, он поддерживает все необходимые режимы, то есть управление по моменту, по скорости, по позиции, естественно, и у него есть три совмещенных режима. Что это такое, мы вам потом расскажем, как и остальные все настройки, как им пользоваться. Вот. В общем, очень интересная вещь, если у кого-то есть ограничения по габаритам, вам эта штука вполне может пригодиться.